Пани директорша, привет. Твой звонил. Трепло ты, Рысев. Ну ладно, ладно, ты что, шуток не понимаешь? Так вот, товарищ Зимовец завтра приказал начинать вырубку дубов. Этого не может быть. У нашего Василия Семеновича все может быть. Поехали, сама увидишь. Садись. Твой участок. Покажешь рабочим, как там и что. Как Василий Семенович-то? Нет уж, это без меня.